Здравствуйте. Я расскажу вам о празднике всех влюбленных. В день Святого Валентина мужики и бабы обряжались празднично в платья и костюмы от Валентино. Как и во всякий праздник на Руси, в день Святого Валентина было принято пить много кваса, по-народному квасить. Вечером, наквасившись, бабы горланили любовные частушки. Девицы и мужики краснели. Затем красные девицы устраивали шутихи, водили хороводы, тайком поджигали соседские амбары. Когда амбары догорали, девицы звонко реготали и сигали через костры. Кто долетал, выбирал себе доброго молодца для забавы. Молодцев выбирали из тех, кто еще не навалентинился. Предпочтение отдавали наиболее худым. Их нарекали суженными. Если молодец упирался, не давался, ругался, брыкался, девицы дружно хватали его под руки и тащили к костру. То-то весело было. Когда смеркалось, бабы парились в баньках, с хохотом обдавали друг друга кипятком. А ежели кто из мужиков подглядывал утайкой, тому по лбу шайкой. Но обиды друг на друга не держали. Кто прошлое помянет, тому глаз вон, как сказал Кутузов. Да и в народе говорят, после драки в зубы не смотрят. Когда совсем темнело, все смотрели на небо. Если появлялись две луны, больше не квасили и расползались по домам. А за полночь молодых катали на тройках, а ежели коней на всех не хватало, ими обряжались наиболее рослые бабы. Иные так увлекались, что под утро и не отличить было. Тогда женихов с удовольствием пытали. Пытали на любовь. Завязывали глаза и заставляли гадать, кто засмеялся, невеста али конь. А под утро бабы с песнями входили в горящие избы, останавливали коня на скаку. Коня останавливали либо голосом, либо лицом. Ежели конь лица бабьего пугался, знамо будет, чем землю удобрить.